Всех приветствую, мои дорогие! Появилась у меня новая кукла LOL Twins из 4 серии. И давайте вместе ее откроем и посмотрим. Вот так она выглядит в коробке. Вот так выглядит коробка сбоку, сзади. В этой серии у нас, как вы видите, 4 куклы. Вот такая информация. С этой стороны младшая сестренка этой куколки. Еще раз покажу коробку. Заказывала я эту куклу на Сбермаркете, списала бонусы, спасибо, и получилась весьма и весьма выгодная покупка. Так, здесь у нас отсек, я так понимаю, с сюрпризами. Давайте я достану куклу, и мы с вами посмотрим. Сейчас постараюсь побыстрее ее извлечь из коробки. Так. Поставим коробку. Посмотрим. Опа! Ну и, как вы видите, сюрпризы можно было извлечь, нажав на дверцу. Но у меня они сами все высыпались, то есть сюрпризы вот здесь находились. И получается у нас здесь пакет с подставкой. И пакетики с сюрпризами. Такая подложка. И давайте я освобожу куколку. Ну, или мы попробуем с вами вместе это сделать. И посмотрим на нее более внимательно. И потом посмотрим, что же там идет в сюрпризах. Да, освободить здесь, как всегда, не так просто. Поэтому я думаю, я это сделаю за кадром, не камеры, потому что боюсь отрезать что-то лишнее. Не хотелось бы. Каждый раз удивляюсь, зачем настолько вот крепко крепить куклу в районе головы. Потом очень эти штырьки все неудобно извлекать. Можно было бы, мне кажется, ну вот за туловище прикрепить, может, буквально там на 2-3 штырька. И куколка никуда бы не вывалилась, никуда бы не делась. В неравной схватке с коробкой удалось одержать победу. Вот такая красавица. Обратите внимание, что маникюр на ногтях. Два хвостика, челка. Волосы розовые с фиолетовой прядкой. Также здесь есть более светлые прядки. Волосы разделены на пробор. Бантики. Вот такой милый макияж. Давайте попробуем посмотреть. И здесь у нас вот такие ботиночки. Гетры. Колготочки. Вот такая пышная юбочка. Сверху у нас кофточка, которую можно расстегнуть. Давайте посмотрим, что у нас тут под кофточкой. Так. А, это я поняла, это капюшон как бы. Не кофточка, а такой, как капюшон сделан. А кофточка вот здесь у нас. Липучки.
И получается, что это платье. Давайте снимем кофточку. Посмотрим, как она выглядит в платье. Мне эта куколка больше всего из этой серии понравилась. Хотя другие мне тоже нравятся. Смотрите, как красиво сделано платье. Давайте достанем подставку. Поставим куклу. И будем смотреть, что же у нас выпадет в сюрпризах. Здесь крепление. Как вы видите, два крепления. Нам понадобится пока одно. Поставим девочку на подставку. Мне линеечка LOL Twins нравится. И давайте смотреть, здесь у нас еще расческа, инструкция. Как раз вот все героини представлены. И начнем вот с этого пакета, который оформлен с такими бантиками. Открываем и смотрим, что же у нас тут. А здесь у нас вот такой кулечек, который тоже упакован, запакован. Разворачиваем. И у нас тут вот такой милый рюкзачок, который можно открыть. Даже может что-то мелкое туда положить. Посмотрите, какая прелесть. Также у нас здесь украшение на шею, наверное. Ну, что-то вроде чокера. Сейчас тоже оденем. Также у нас здесь браслет. И серьги. Давайте все это на девочку примерим. Так. Вот так смотрится украшение на шее. Чтобы одеть браслет, а он тут отсоединяется, я думала, кисть придется снимать. Но нет, можно и так одеть. Вот так браслетик смотрится. Осталось серьги добавить. Так, посмотрите, какие красивые серьги с сердечками. Сейчас я покажу вам все поближе. Вот так смотрится. Какая же красотка все-таки. И давайте смотреть, что у нас с вами вот здесь. А здесь у нас скейт. Колесики крутятся. Посмотрите, как оформлен. Классный такой. Ну-ка, давайте попробуем поставить. Так. Нет, не падай. Нет, он не стоит она. О, смотрите, стоит. Оп. Мне девочка очень понравилась. Давайте еще раз поближе покажу. По-моему, очень-очень милая. Такие прятки. Мне девочка нравится. И наряд ее, и аксессуары нравятся. Мне кажется, очень даже все здорово подобрано. Если получится, то, скорее всего, и других девочек приобрету из этой коллекции.
Ну, если, конечно, они не пропадут из наличия на сайте. Такая красота. Все вам показала, рассказала. Буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока!